Больницу, в которой от кишечной инфекции погибли четверо детей, проверяет Минздрав Иркутской области. Также инспекция пройдет и в интернате, где жили дети. Причем к проверке подключится и Роспотребнадзор. Врачи и сотрудники интерната обвиняются в халатности и причинении смерти по неосторожности. Ведь причиной гибели детей стала кишечная инфекция, которая вообще-то не считается смертельным заболеванием. Ее успешно лечат, однако 4 ребенка уже не вернутся из больницы. Всего 30 детей с этим заболеванием поступили в инфекционку, 5 до сих пор в реанимации, 21 ребенок в тяжелом состоянии. Возбуждено 4 уголовных дела по факту гибели тех ребят. Уже наказан теперь уже бывший главврач Черемховской городской больницы Геннадий Ступин.